К другим темам. Столица к зиме готова. Об итогах осенних работ говорили на аппаратном совещании в госадминистрации. Подробности у Ирины Жековой. Главный этап осенних работ – уборка листвы. Как отметили представители спецзеленстроя, 80% улиц очищены. Остались дворы в многоквартирных домах. Там закончат к 15 декабря. За этот месяц с города было вывезено порядка 4500 кубометров листвы. Эти листья мы вывозили не на свалку, вывезли на специально отведенный участок, карьер, где, надеемся, что через 3 года там будет у нас хорошее удобрение. Тоже пойдет на удобрение нашей же клумб. Песок приближающимся заморозком уже засыпан в контейнеры. Только дорожники предупреждают водителей не оставлять свои транспортные средства у обочин проезжей части. Они будут мешать работе спецтехники. К слову, не стоит забывать и о периоде простуд и респираторно-вирусных инфекций. Меры по их лечению и предотвращению уже приняты. В целом, в Приднестровье, в том числе и в городе Тирасполе, была получена вакцина. Это является основная мера профилактики против острых респираторных вирусных инфекций, в том числе и гриппа. Значит, получено всего и разнаряжено на город Тирасполь 6150 доз. На сегодняшний день уже освоено 4700. Профилактика и лечение должны быть своевременными, отмечают эпидемиологи. Зимой организм человека особенно нуждается в натуральных витаминах. Не стоит забывать и о ежедневном проветривании помещений. Ведь встреча Нового года ничего не должно помешать. Мы открываем главную елку города 16 декабря в 5 часов вечера. Вот и приглашаем всех горожан принять в этом участие. К этому времени уже будут практически завершены оформительские работы по праздничному оформлению города, особенно центральной площади, улицы 25 октября. А 27 декабря для малоимущих и детей-сирот откроется президентская елка. Праздник пройдет во дворе детского и юношеского творчества. Отличников учебы и маленьких активистов пригласят на городскую елку главы госадминистрации 29 декабря. Непосредственно в новогоднюю ночь с 24:00 всех ожидает яркая праздничная программа на площади Суворова у главной елки столицы. Ирина Жекова, Иван Глухенький. Первый Приднестровский телеканал.